сеть попал забавный ролик, на котором запечатлено, как из 16-местного микроавтобуса в Таиланде выходит 41 человек. Комментаторы ролика предположили, что большинство пассажиров остановленного местной полицией минивэна – нелегальные мигранты. На опубликованных кадрах запечатлено, как тайские полицейские пересчитывают выходящих из минивэна пассажиров. В каком именно городе было снято видео, неизвестно. Известная шведская компания IKEA решила придерживаться принципа DIY – «сделай сам» не только в сборке мебели, но и в общепите. В Лондоне открылся, правда, всего на 2 недели первый в мире DIY-ресторан. В The Dining Club можно проявить свои кулинарные таланты и накормить друзей собственноручно приготовленным ужином из блюд фиксированного меню. Клиентам предоставляются необходимые продукты и оборудование. При необходимости можно обратиться за помощью шеф-повара и воспользоваться услугами официантов. Американская компания Proterra создала модель электрического автобуса Catalyst E с запасом хода до 1000 километров. Длина кузова машины 13 метров, вес транспортного средства 18 тонн. Такая большая масса обусловлена количеством аккумуляторных батарей, которые дают автобусу возможность проехать 966 километров без подзарядки. По словам производителей, при полной загрузке электроавтобус может проехать без подзарядки до 563 километров. На официальном канале американского космического агентства НАСА в Ютубе опубликован ролик, в котором демонстрируется загадочное явление в стратосфере Земли. На протяжении последних 60 лет наблюдений воздушное течение над экватором нашей планеты имело определенный цикл, который ни разу не нарушался за все это время. Поведение потоков воздуха считалось предсказуемым, но они внезапно изменили направление на год раньше ожидаемого. Команда дизайнеров Land Rover разработала необычный камуфляж для нового внедорожника Discovery, чтобы скрывать внешний вид машины до ее официальной премьеры, которая состоится в конце сентября на автосалоне в Париже. Кузов полностью покрыт детскими рисунками. Технологические решения в новом Discovery ориентированы на семейные потребности. Например, в машине можно дистанционно настраивать конфигурацию двух задних рядов сидений.